Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. И этот влог я хочу начать с грустной истории о том, что я потеряла свой крестик. Я его сняла на съемке, положила к себе между документов. У меня есть такая красная папочка, где у меня паспорт, всякие карточки, ну, деньги. И просто я его между эти штуки положила в сумке. У меня в сумке там вообще никаких других карманов больше нет. И я понимаю, что ну просто в любой момент я могла достать где-то, там, не знаю, карточку, еще что-то, ну, когда мне надо было, да, эту папочку красную с документами, и просто он бы вывалился где-то, я не знаю вообще, где он. Ну, то есть я понимаю, что все, кирдык. И для меня это, если честно, грустно не в том плане, да, ну, конечно, мне безумно жалко то, что, в принципе, крестик потерялся, потому что он и стоит дофига, и он мне нравился очень. Ну, просто это неприятно, конечно, но я из-за этого бахать не собираюсь. Вот, но еще мне неприятно то, что вообще со мной такое могло случиться, в том плане, что я человек очень ответственный, обычно ничего такого не теряю, и у меня всегда все лежит на местах. Ну, то есть я понимаю, что это вот какая-то невнимательность и, не знаю, рассеянность. Короче, да, в беременность, в принципе, происходят разные вещи. Мы сейчас собираемся поехать на дачу. Мне нужно пойти собирать вещи, то, что с собой надо взять. Но самое главное, что мне нужно не забыть прямо сейчас, это штуку от комаров. Я прямо сейчас закажу. Это просто трэш, ребята. Лето в самом разгаре. Единственный минус, за что я, ну, не люблю, когда тепло, жара, это из-за комаров. Сегодня ночью меня сожрали комары. И, кстати, не знаю, это правда или нет, я где-то видела, что, типа, комары любят определенную кровь. Ну, то есть еще не каждую кровь засать собираются, вообще кошмар. Короче, сожрали меня комары сегодня, и мы еще на дачу собираемся. Я понимаю, что мне вообще кирдык будет. Буду заказывать на маркет деливери, чтобы быстрее привезли. Ну, воду просто, чтобы набрать сумму. Есть еще пластины от комаров. Так, пишет, что доставка 10-30 минут. Все, их. Не будут нас комарики жрать. Пока мы ждем нашу доставочку, я вам хочу рассказать прикол. В каком-то влоге говорила, что мы, оказывается, не до конца собрали коляску. Я это узнала благодаря Жанне, потому что из ее магазина «Мама Жанна» у нас коляска, и она увидела влог, как я показываю коляску, и что у нас там она не до конца раскрыта. Она мне написала то, что мы что-то не до конца сделали. Она скинула мне видео, как это сделать. И это вообще угар, девчонки. Я вам сейчас тоже прикреплю это видео. Вот здесь, короче, мы какие-то вот эти штучки не растянули. И я потом еще об этом пишу Карине, то, что у них же такая же коляска. Я вообще в первый раз эту коляску увидела у Карины. Мне она понравилась, потом я еще у всех начала ее видеть. И думаю, вау, она мне еще больше нравится. Вот, ну она прикольная, красивая. Хотя там были комментарии, типа, ой, столько разных колясок, что именно такую надо было брать? Ну понравилось, в чем проблема вообще? Короче, это прикол. Я пишу Карине, типа, привет, вы такое делали? И оказалось, что они тоже не сделали эти штуки, прикиньте. И сейчас вот Карина мне как раз скинула фотку, то, что они тоже, ну, короче, сделали вот это вот по инструкции. Это вообще прикол. Так что если, девчонки, у вас тоже коляска Сайбокс, и вы вдруг не сделали это, ну, я думаю, что, наверное, уже сделали. Просто меня сразу смутило то, что она как будто бы не сильно глубокая и не натянута, что ли, как надо. Я вам сейчас даже покажу. Не помню, как во влоге в том было, где мы коляску показывали. Функционал космический. Угу. Да, нам только еще разобраться с этими внутренностями. Да чё? Хоп. Но она, короче, вот здесь стала натянутой, но тут прикол даже не в этом. Она просто стала супер глубокой. Она стала глубже в два раза. Ну, то есть она была вот, блин, посюда, что ли, вообще. И меня это сразу смутило, потому что я подумала, как так, типа, что за фигня? Ну, то есть тут у ребенка вообще места не будет, потому что тут практически впритык было вот так вот. И оказалось, что все правильно. Меня это смутило, потому что она должна быть глубже. Просто на самом деле выглядело все так, как будто бы она уже собрана, и там уже ничего делать не надо. Но вот нам так показалось. Не знаю, девочки, мне лично она очень нравится. Кто-то писал, типа, почему черная, почему не какая-нибудь яркая, зачем мне яркая? Мне не нравится яркая, мне черная нравится. Так что вот такой вот прикол. Я просто даже для себя, знаете, вот, вы посмотрите, как она высоко. То есть тут вообще бортики, ну, то есть никакие вообще, можно сказать, нет. Спасибо большое Жанне за то, что написала. Это как раз-таки то, о чем я говорила в прошлом влоге,
что мне очень приятно было заказывать коляску именно из магазина мамы Жанны. Жанна, она же владелец этого магазина, то есть это ее магазин, и мы с ней как бы переписывались, были на связи, с коляской все она подсказала, помогла, какую там мне надо. Я говорю, вот, я хочу такую там с розовым золотом, что-то найти не могу, чтобы это было именно вот так и так. Ну, короче, просто к тому, что, ну, насколько вот важно такое хорошее отношение. Я постоянно встречаю в своей жизни каких-то недобросовестных людей с каким-то, ну, ну, не знаю, даже не то, что наглых, просто вот с каким-то отношением таким, типа, на пофиг, что-то, даже лень бывает подсказать, или просто человеку помочь как-то. И я просто хотела сказать, что очень приятно, что человек увидел, что у нас что-то не до конца сделано, и решил написать, снять видеоинструкцию, ну, то есть это дорогого стоит на самом деле. Тем временем к нам едет курьер. Это прям такая вещица, девки, незаменимая, потому что жить просто невозможно, когда тебя жрут комары. Я уверена, что я для них сейчас просто самый лакомый кусочек, потому что, во-первых, мне кто-то писал про первую отрицательную кровь, у меня как раз первая отрицательная кровь, что типа комары обожают. Хотя, мне кажется, откуда такая инфа вообще? Какую кровь любят комары? Какую кровь любят? Названа любимая группа крови комаров. Ученые определили. Это реально, девки. По мнению специалистов, наиболее привлекательные жертвы – это люди с первой группы крови. Согласно исследованию, их кусают в 2 раза чаще, чем представители второй группы. Интересно, есть какие-то штуки типа отрицательные, положительные? Но тут про это не написано. Девчонки, так приятно, когда тебя любят комары. Но, кстати, у Славы тоже первая группа крови, но у него она положительная, у меня отрицательная. И нам кажется, что меня комары любят больше. Может быть, потому что еще и ребенок у нас с первой группой. И они чуют еще и кровь ребенка. Вот я боюсь представить, что сейчас с комарами происходит, когда они просто начинают пить меня. Еще во мне сейчас столько крови этой, блин. Такая вкусная, сочная. С витаминами. Я же витамины пью. Короче, я не представляю, что они испытывают. Но думаю, что какой-то дикий кайф. Сейчас уже курьер будет звонить. С ума сойти? Интересно, напишите в комментариях, какая у вас группа крови. И если у вас, ну, замечали ли вы, что вас, например, дофига кусают. Просто не всех часто кусают. Не всего, как комар. А? Что заказал? От комаров, чтобы нас не жрали. Посмотрим на мои супер-пупер покупки. Одна хрень от комаров. Но это жидкость. Но на дачу нам сейчас это прям очень надо. Закручиваем. Одну мою ногу уже сожрали, я им не дам сожрать свою вторую ногу. Хватит. Все. Что бы еще такого подзаказывать? Например, вот эти семена луковые. Нам не надо. Уголь можно взять. Ты в курсе, что ученые, короче, ну не знаю, доказали, нет, но в общем специалисты какие-то провели исследование и выяснилось, что комары любят людей с первой группы. Они их больше жрут. Я был в курсе, но про первую конкретную группу я не знаю, но знаю, что они комары конкретных любят. Выбирают определенных, да, людей, у кого определенная вкусная кровь. У нас с тобой обоих первая. Теперь мы можем спокойно собираться на дачу. И главное не забыть то, что я заказала. Так что я пошла собираться, а мы с вами встретимся уже на даче. Ребята, на моем Рутюб-канале, ссылку я оставила в описании, уже вышел первый выпуск кукинга с мамой. Мы там готовим борщ, так что обязательно переходите, смотрите. И я надеюсь, что оставите комментарии, мне будет безумно приятно, и моей маме тоже будет очень-очень приятно. Так что всех вас жду, смотрите скорее наш кукинг. Самый лучший кукинг — это дома на кухне. Секундочку, минуточку. Ну, я не знаю, куда она делась. Это можно не снимать? Ну да-да. Одну минуту. Курочку никто не видал случайно? Курочка такая пробегала, курочка мимо, нет? По борщу сегодня главная мама. Ну да. Новый день, ребята. Как мы на даче. Сегодня 30 мая. Показываю все при свете дня. Но все равно хорошо, конечно, то, что мы это... Травы тогда покидали, все равно выросло, конечно. Ну, плюс еще выросло, я думаю, за счет того, что покосили.
Это тоже, я думаю, хорошая такая профилактика. Ну, еще, конечно, поливать и поливать. Вижу зернышки не распустившиеся. Да, конечно, надо поливать газон, чтобы он рос хорошо. Для этого здесь жить надо. Даже если поливалку включить, все равно. Ух ты! Вот таких цветочков не было вчера. Может быть, они только утром распускаются. Смотрите, какая красота. Сирень. На улице 20 градусов, а мы разоделись, как будто было вообще холодно. Мы сначала вышли еще в жилетках. Просто дома не так жарко. Дома прохладней. Из-за того, что тенек. Ну и все, солнце что-то попадает. На улице вообще жара, капец. Мы вчера ночью ехали, я увидела эту сирень. И вот это. Как красиво. Я аж в окно заверещала, как бабка старая. Погодка вообще улет. Короче, я сейчас подметала. Ну, я еще не закончила убирать, еду за перчатками, чтобы все это собирать. И в этот ведро соберу и в лес выкину нафиг. Ну, в лесу это все равно все сгниет потом. Это же биологическое, скажем так. Так, перчатки, все. Вот. И решила еще этим прочесать грядку. Ну, тоже просто вот эти шкарлупки собрать. Сухие штучки. Просто, чтобы красиво было. Ну и, конечно, пролить сегодня надо. В общем, я, знаете, о чем думала? О том, что вот каждый раз мы сюда приезжаем, каждый раз мы здесь что-то убираем, и мы не успеваем толком насладиться. Потому что пока каждый раз, когда мы здесь, каждый день, что мы здесь на даче, мы что-то убираем. Вот видите, я здесь просто граблями чешу, собираю. Конечно, я идеально все равно не прочешу, но вот, смотрите, сколько я собрала вот оттуда. Сейчас я это соберу и пойду дальше. Вот. Конечно, все не собрать. И тут я тоже не старалась все не собрать с пола, потому что оно все равно еще будет падать. Видите, сухое. Мы сейчас приедем в следующий раз, когда все равно будет все то же самое. Вот, конечно, это, как сказать, не то, что бесит. Просто понимаю, что держать дом, участок в чистом состоянии, это действительно большой труд. Ну, если хочется, чтобы все было чисто, то это постоянно надо делать. Comes close.
Так, все тут помыло, постелили мягкость под это чудесное верещание птичек. Сейчас муж соберет колясочку. Как клево. Сюда иду. Это надо вырезать, короче, и сделать вот такую лампу. Можно. Это лампа. Прикинь. Вау. Потратим на этот день. Да нет, это можно, наверное. Да, конечно, нам это и не надо. А маленькие колеса надо, да? Итак, колясочка собрана. Слава меня с ней поснимала, пофоткала. Я что-то посмотрела, я так вырядилась. Я прям корова в этом луке. Так вот мы сидим и отдыхаем. Куда идешь? Иди сюда быстро. Вот здесь сиди, сейчас упадешь. С краю не сиди. Булочка моя. Слава решил все-таки собирать эту лампочку. Неудивительно, он у меня такой. Любит всякие собирашки. Я бы выкинула. Ему лишь бы с картоном поиграть, да? Лишь бы с коробкой что-нибудь поделать. Мы просто разные в этом плане. Я постоянно выкидываю все коробки, а Слава не хочет их выкидывать. Ну, понятно, не все уж, но какие-то типа техники, от каких-то там инструментов. Смеюсь с того, что мы как противоположности, которые притянулись. Как хорошо, что у тебя появится ребенок, зай. Будете эти снежинки вырезать на Новый год? Будешь О, отлично! Будешь поделки всякие в садик делать и в школу? Я как раз такое не очень люблю. Супер! Как хорошо. Всегда в день рождения дедушки, 30 мая, всегда была хорошая погода. И мы всегда приезжали на дачу и вообще в платьях гуляли, шашлыки жарили. Так что я очень рада, что мы сегодня на даче. Как красиво поют. Клёво ли поёт птичка? С ума сойти, да, Вив? А что ты там стоишь? Подвигай сюда коробку пустую, сиди вырезай на качалке. Видишь, я тебе какой релакс предлагаю. А я буду поливать пока. Короче, я тут придумала всякие разные приспособления. Вот ты сейчас упадешь. Сиди, отдыхай, дыши свежим воздухом. Придумала вот такой вот я штатив. Сейчас Слава поставит на газон туда шланг с распыляшкой. Сейчас грохнешься, плакать будешь. Ой, господи, какая непослушная, а? Надо ее домой запихнуть и пусть сидит там в доме без солнышка. Сейчас будешь опять сидеть в окно на нас смотреть. Иди. Как тебе мой импровизированный штатив? Как раз гортензию хорошо проливать надо. Вот пусть льет, как будто дождь. А я пока посижу. Делегирую на дерево. Классно. Какая красота. Какое чудо, ребята. Когда смотрю на эту поливалку, у меня такое летнее настроение. Класс. Давайте я покажу этих жучков, которые жрут лилии. Я думала, это какая-то милая зверюшка. Но не зверюшка, конечно. Где она? Я ее видела, она тут где-то сидела. Я их просто... А, вон она, видишь, красная сидит. А, нифига. Да, прикинь, я думала сначала, что это какая-то классная эта, типа божья коровка. Ага. А они вон как жрут, глянь. Да, вижу. Скотобазе. Вон одна валяется. Я их струей скинула. Хочу увидеть, как они цветут. Кстати, там... Короче, не знаю, почему я так раньше не сделала. Я ее настроила, чтобы она не сильно широко брызгала.
То есть оно даже нам в окна не брызгает. И поливает именно то, что мне надо. Прикол я, конечно. Так что класс, теперь можно не стоять. Да, надо постоянно... Ну, просто я не ищу легких путей. Мне хочется самой ухаживать. Можно даже ее чуть влево подвинуть. Только мне еще бы на ту сторону что-то придумать. Но в любом случае в идеале еще одну такую штучку, шланг. Вот. И что? Чтобы две стороны было. Одна, чтобы лежала в эту сторону, а другая будет туда лежать. Вот здесь тоже сейчас у меня все поливалось. Я ее поменяла разными местами, чтобы везде хорошо пролить. Конечно, сама закачаешься, такое стоит поливать. Ну, газон, понятно, закачаешься, но вот даже туда, пока дойдешь, там все прольешь. Вот. Так что, конечно, да. Вот тут он у меня в самом начале поливал, поэтому тут уже немножко даже подсохло. Только тут как будто вообще... Не, наверное, поливал, но сюда, наверное, не доходил, блин, нехорошо. Не, ну туда не доходил. Короче, ладно. Надо будет подальше ставить. Здесь, наверное, не дошел. Не знаю только, как с этой стороны мне делать. Потому что с этой все-таки стороны у нас, во-первых, и деревья, и это, и соседи, получается, тоже, чтобы на участок не лить. И окна, то есть в дом упирается. Тут, наверное, даже больше проблем в деревьях, потому что есть такие, которые на одной стороне льют. Ну ладно. В общем, в любом случае, хоть здесь уже мне поливает, уже хорошо. Что тут мне тоже хочется, чтобы у меня шикарная травка выросла. Так что чудная погодка. Сейчас уже почти 6 часов вечера. Слава поехал в город за углями, потому что мы вчера забыли купить угли. Вот. Но я ему сказала, что типа, да ладно, забей. Ну, с другой стороны, да ладно, забей, это же не мне мангал разводить. У нас же тут есть эти дрова, короче, есть. Но в любом случае, так, конечно, будет... Наверное, с углями. 100% будет удобнее и лучше. Так что вот такой вот у нас порядок. Красота во дворе сейчас. Такая, конечно, вообще весная плюшка такая. Сегодня у нас 34 недели и 2 дня. Да, 34 недели и 2 дня. Могу спокойно родить через месяц. Здесь у нас будет колясочка стоять, ждать своего хозяина. Хозяйку, точнее. Булочка моя любимая. Я очень радуюсь. Будем малышку в колясочку класть. Туда на даче выставлять. Вот так вот поставим. Пупсик на улице спит. А мы здесь гуляем. Вот сюда она брызгала. Ну ладно, высохнет. Один хрен тут окна грязные снова. Я же их не мыла в этом году. Только вот тогда, когда на видео в том году лето мыла, и все. Пойдемте, я вам покажу что-то интересное. Забыла вам показать то, что в тот раз Слава снял ковер. Вот, конечно, мы его собирались снять, и он его снял. Сейчас сниму с матраса вот этот чехол, постелю на матрасник. Ну, наверное, больше ничего уж стелить не буду. Уже их постелю, когда мы сюда приедем с ребенком. Тут я могу стоять и смотреть, как он мне тут поливает все. Какая красивая сирень. Молодец, поливай. Как хорошо, когда эта штука работает за тебя. Надо мне научиться делегировать, потому что я постоянно люблю все сама делать. Перекусила бутербродами и передумала сейчас заниматься всякими домашними делами. Пока еще хорошая погода. И увидела, что Слава приехал. Классно я придумала? Да. Очень классно. Нормально. А что? Берешь и не делаешь ничего. А оно все делает за тебя. О, тут даже ни капельки. Как я умело выставила. Ой, сейчас отличная погодка. 6 часов вечера для прогулок. Как раз уже не жарко. Только я что-то и так находилась, нагулялась, как всегда. Зато стоять поливать не надо. Перехаживать точно бы не хотелось. Это и не полезно вообще-то перехаживать. Больше рисков. Всякие зеленые воды, уже там все не фильтруется как следует. Вот так. Ну, типа зверь какой, да?
Шевелюшкин. Вот вы смотрите, думаете, нифига, очень здоровый живот. На самом деле нормально с ним. Ну, типа, нет ощущения, что тяжело или сильно мешает. Ну, конечно, большой уж, понятное дело. Ну, ясен фиг, это, ну, до и после есть разница. Но нет такого, что такой прям вообще, чё, жить неудобно. Вот после массажа жизнь моя изменилась в лучшую сторону. Мне очень грустно, конечно, что я болела в какой-то момент, вы знаете. Потому что пока я болела, ну, прям у меня из поясницы проблемы начались, всякие отеки какие-то, и я лежала. Ну, короче, ничего хорошего. Но главное, что сейчас все хорошо, что я бодра, весела. Единственное, в чем заключается тяжесть, конкретно у меня, это если я весь день стою на ногах, а я просто постоянно, каждый день стою на ногах, много, делаю много разных активностей, движений, и, ну, я ничего не говорю, хотя на моем сроке уже в декрет выходят. Но я думаю, что, знаете, когда у меня будет декрет? Когда я рожу, я, наверное, возьму себе какие-то каникулы, ну, типа, вообще прям даже работу не буду брать какую-то. Хотя, не знаю, тоже посмотрю по состоянию, по обстоятельствам, но я понимаю, что я всю беременность работаю, пашу как папа Карло. И я очень рада в том плане, что у меня есть на это силы, правда, есть. И лучше так, что у меня есть на это силы, я это делаю, чем если бы у меня не было сил. И я каждый раз, знаете, когда подтверждается какой-то крупный проект, какая-то, я понимаю, что много надо будет работать, я немножко, ну, как сказать, переживаю, думаю, как же я все успею, типа, это же столько вообще работы, столько дел. Но по итогу я понимаю, что ничего страшного. Просто сейчас у нас планируется, уже забронировали студию, 2 съемочных дня, просто с утра до ночи. И я понимаю, что мне придется, ну, на ногах много быть. Ну, нет, скорее всего, я буду на стульчике на каком-то. То, что те съемки, которые у нас будут, там не обязательно прям стоять-стоять. Вот, так что ничего страшного, я думаю, что все получится. У меня так постоянно выходит, что у меня массаж, а потом какая-то загруженность, типа такая, знаете, что ты заморачиваешься, устаешь. И вот, типа, я сходила на массаж, потом мы приехали на дачу, тут опять какие-то дела, раскорячки, в раскорячку какую-то стоишь. Я думаю, блин, только мне поясницу вылечили, опять, блин, сейчас болеть начнет, но нет, слава богу. Хотя, на самом деле, после массажа мне сразу стало лучше, на следующий день было тоже хорошо, но все равно было ощущение, что поясница еще, типа, проходит, скажем так. А сейчас вообще я не помню, когда у меня поясница болела. Вообще, слава богу, я... Девки, это такой кайф. Единственная вот боль, неприятная боль, это вот в ногах. У меня вот в самих прям ступнях. И такое ощущение, что те гвозди в ноги забили. Просто настолько больно. Выставляла рилс, где я в черных лосинах, в черной такой кофточке. Я выгляжу прям классно. Но на самом деле я считаю, что я классно выгляжу. И всем спасибо, кто тоже так считает, мне очень приятно. Хотя, конечно, понятное дело, что все равно я изменилась, попухлее стала, ясен фиг. Но в целом я считаю, что я классно выгляжу, аккуратно. Вот. Но на самом деле тут еще плюсы роста от того, что у меня хороший рост. Хотя не сказать, что я прям какая-то супермодель. У меня рост 168. Вот. Но у меня длинные ноги все-таки. И это сыграло тоже свою роль в том, что я выгляжу, ну, в целом, как я считаю, классно. Да, 17 килограмм. Прикиньте, я думала, что я 15 килограмм где-то наберу за беременность, уже пойду рожать 15 килограмм. Но я думаю, что около 19 точно будет. Может и 19, а может и больше. Я уж не знаю. Что поделать? И я не парюсь, потому что я знаю, что я быстро все это сброшу. Ну как это? Не то, что за, может, за 2 недели. Да и зачем это надо? Насколько я знаю, что восстановление что-то в течение полугода происходит. Некоторые вообще очень быстро сразу худеют. Кому-то чуть больше времени нужно. Но это все, я считаю, прям, ну, индивидуально. И тут самое главное — это твое здоровье, потому что твой организм за 9 месяцев просто растягивается, там все двигается, кружится, вертится, куча всяких гормонов, этих всплесков, изменений. Ну, то есть тут спешка, ну, как бы, как это, мама моя говорит, спешка нужна только при ловле блох, эти вот поговорочки. Ну, типа, спешка ни к чему, самое главное — здоровье. Конечно, хочется, знаете, вот это вот родить, сразу выйти из роддома красоткой. Вот как я тоже хочу, как я думала, что я пойду рожать 15 килограмм максимум. И даже думала, типа, вообще 13, 14, 15.
15, вот. Ну, в итоге уже сейчас 17. Но я не могу сказать, что быстро набираю. То есть сейчас я понимаю, что я вообще, по сути, не набираю. Только ребенок набирает, и живот, я думаю, растет. Потому что, по крайней мере, в приложении так и написано было, что сейчас я уже вообще не должна ничего набирать. То есть все, что я могла там набрать именно для малыша, например, там те же воды добавятся, должны были там еще что-то, они уже вроде не должны добавляться. То есть уже все. По приложению написано, что у меня даже уже плацента стареет. Ну, то есть она сначала молоденькой была, становилась взрослой такой, распускалась как цветочек, плацента моя. А сейчас она, ну, в какой-то момент, с какой-то недели она начала стареть. От того, что она стареет, она, я так понимаю, хуже начинает все очищать, обрабатывать, поэтому перехаживать нельзя. Ну, я, конечно, не супер специалист, но насколько я понимаю, это так работает. Короче, все равно перехаживать нехорошо, чтобы вот этих всяких зеленых вод не было, в которых малыш может захлебнуться, потому что все уже не чистится и так далее, и так далее. 1 числа у нас будет клининг. У нас дома на самом деле чисто. Ванны, туалет там помыты, даже полы, все, ну, типа такое, знаете, труднодоступные места, все помыто там. Просто потому что я люблю, чтобы было дома чисто, понятное дело. Короче, в целом у нас дома на самом деле чисто. И это как бы неплохо, с учетом того, что к нам придет клининг. Потому что таким образом от нас быстрее, скажем так, уйдут, быстрее закончат работу. То, что мне нужно, чтобы сделали клинеры, я это сама, конечно, сделать, ну, могу. Я вообще все могу. Я даже думала здесь окна помыть сейчас. Ну, так хотя бы как-то, знаете, может уж не так, как я тогда с лестницы залезала со шлангом, ну, просто хотя бы помыть от всякой паутины и так далее. Я думаю, что, ну, часа два бы это у меня заняло, полтора на весь дом, например. Но я думаю, да ну нахер, реально, вот делать мне больше нечего. Каждый раз приезжаем на дачу, каждый раз что-то... Уже это сделаю после того, как рожу, вот, будет малыш спать, а я буду всякие делишки делать. И в чем плюс, что это активность. Активность — это хорошо, потому что ты двигаешься, сжигаешь калории, худеешь, качаешь мышцы, все. Поэтому найду еще на это время как-нибудь. И мне нужно, чтобы нам помыли дома окна, жалюзи, духовку я хочу, чтобы помыли. Хотя я ее мыла не так давно, но все равно что-то не то. Короче, я ее хорошо помыла, реально хорошо помыла, разными средствами помыла, так, сяк. Но все равно что-то, короче, не то. И мне кажется, оттуда рыбой попахивает. Я поэтому ее очень усердно долго мыла, но все равно как будто оттуда попахивает рыбой. Я не пойму почему. Ну, в смысле, понятно, что я там обычно рыбу только делаю, кстати говоря. Но как будто бы это даже не от самой духовки пахнет, а из-за противня, может быть, который не очень хорошо помыт. Хотя я их тоже мыла, я ничего не понимаю. Короче, я хочу, чтобы мне там навели порядок, красоту, чистоту. Микроволновку я тоже мыла, но ее я тоже написала, чтобы помыли. Холодильник у нас чист. Ну, короче, не знаю, в общем, какие-то самые основные для меня. Ну, в общем, заказала генеральную уборку, окна везде, потому что окна у нас грязные там в квартире. Да и чтобы мне самой помыть хорошо окна, это мне надо будет все равно на стул вставать где-то, высовываться в окно. У нас некоторые окна глухие, это надо будет через одно окно как-то вылезать аккуратно в другое, чтобы помыть. Ну, нафиг мне это делать сейчас в таком положении, конечно, это полнейшая чушь. Зачем? Так, загружу стирку, пока мы здесь, с прошлого раза. Я ж дома не настиралась. Когда? Да нет, мы же завтра уедем. Куда он мне? Да и зачем он мне? Тем более он такой работник. Будет 5 часов мне красить одно время. Так, я пришла на второй этаж, чтобы тут сделать чистоту. Я просто здесь давно не пылесосила, и вот здесь нужно пыль протереть. И вон там нужно пыль протереть. Тут шторы надо поправить, но я туда не дотянусь. Это надо мужа просить поправить. Видите, отвалилось. Вышло из колеи, так сказать. Вот, вот эту какашку я уже не знаю сколько лет не могу отвалить. Все никак у меня сил на это не найдется. Ну и, конечно же, куча дохлых мух, которых мы сейчас запылесосим. Эти подоконники, конечно, бомба. Видела какой-то комментарий, типа, да, такая дача старая вообще, лучше бы продали ее, купили бы что-то нормальное, стильное, новое. Ну, конечно, так можно было бы сделать. Но у меня, как кто-то там в комментариях этой девочке ответил, это место, где прошло мое детство, и еще когда дедушка был жив, он предлагал, типа, хочешь, говорит, продадим эту дачу и какую-нибудь крутую купим, ну, короче, типа, в другом месте, какую-нибудь классную, там все будет уже более, там, современно,
Но я отказалась. Отказалась, потому что мне здесь нравится. Ну вот просто люблю и все. Я вот такой вот душевный человек, получается. Единственное, что я понимаю, что, скорее всего, дети, либо внуки наши, они все равно потом, скорее всего, продадут эту дачу. Хотя, может, я не знаю, может, и не продадут. Поэтому мне хочется при жизни своей сделать здесь такую красоту, чтобы наши дети и внуки не захотели продавать эту дачу. Да, тут, конечно, трэш полнейший, в идеале вообще снести дом и заново все построить, потому что, как я уже рассказывала, давно устроили этот дом, и да, много всяких моментов, которые не супер. Дай бог, все получится, и сможем здесь тоже сделать хороший ремонт. Я думаю, что если внутри просто сделать хороший ремонт, все поменять, сюда надо другую лестницу сделать, сделать комнату... Вот эту, короче, такой закрытый, типа непроходной. Ну, в общем, спроектировать, скажем так, все заново. В любом случае, тут есть какой-то каркас. Уже, понятное дело, да. И, ну, прям совсем сказать, что здесь прям вообще плохо-плохо, так не скажешь, да. Вот это вот надо все снять, говно нафиг, старинное. И отдать кому-то, выкинуть, не знаю, вот эти светильники, картины. Просто сделать здесь более современно и вообще супер. Тут, на самом деле, вот самое главное, вот это уродство закрыть. Вот это дерево, что, ну, конечно, напрягает. У меня, я когда в Москву приезжаю отсюда, в Москве, там, где у нас, ну, вот, грубо говоря, никакого ремонта крутого не было в Москве, в квартире, когда мы туда приезжаем, я такая, ого, как же здесь круто. Просто как будто новая квартира. Блин, а что там с жалюзями? Смотрите, как странно жалюзи делают. Они разные, прикиньте. Это одна, а это другая. Ух ты. Вот пусть ровно висит, это вообще уже. Этот телевизор тоже можно было бы продать, отдать, что он вообще уже не то пальто. Можно было бы и окна здесь помыть. Только с той стороны не хочу к этой какашке прикасаться. Я их с этой стороны протру, а с той протру, потом подниму ведро с водой. Когда хорошая погода, мыть окна класс. Вот эта миниатюрка машины, я бы ее выкинула, но дело в том, что это кто-то дарил дедушке, и это как бы миниатюра машины, которая у него была. Но это не последняя его машина, которая у него была. Последняя у него был Lexus большой, черный. Вот, а это была до. И я не знаю, как бы... Прям свежестью начинает пахнуть. Ну, тут и так не воняло, если честно. Но просто, когда протираешь пыль, конечно, все равно, мне кажется, дышать уж легче должно стать. Полки эти тоже, конечно, старинные. Нет смысла сейчас от них избавляться, потому что мы тут ремонт никакой не делаем. С толку сейчас мы купим сюда, например, полку для книг, а все остальное останется так же. Ну, то есть, понятно, пока как бы так, а уже когда будем делать какой-то капитальный ремонт, крутой, большой, тогда уже и будет смысл что-то такое менять. Красиво? С другой стороны, можно и оставить ее тут. Пусть стоит. А эту куда? Сюда можно ее поставить. Мне, конечно, нравится, когда минимализм. Стоит где-то, непонятно. Я прям горжусь собой. Ну, еще, конечно, для того, чтобы избавляться от кучи-кучи хлама далеко, но, по крайней мере, потихонечку, чуть-чуть станет чисто. Так, ну я здесь просто пропылесосила и протерла пыль, где видела. В идеале еще вот эту какашку все-таки отмыть, потому что ее даже с улицы видно. То можно посмотреть на газон. А вон там участок, можно сказать, заброшенный. Не знаю, приезжают туда, нет. Еще когда мне было лет, наверное, 14-15, там точно еще жили люди, приезжали. У нас даже с этими людьми калитка есть.
но мы в том году на нее повесили этот цепь, короче. А вот здесь раньше, там где-то у нас на участке стоял столб высокий, и бабушка здесь вешала белье, то есть была нить, ну, покрепче, конечно, этой, и бабушка ее крутила и просто далеко вот так вот оттаскивала туда, и все сушилось очень классно на улице. Потом сняли, убрали, видимо, уж не модно. Но эту хрень оставили. Почему-то эту хрень оставили. Ее можно было бы тоже снять. Фу, там-то грязно. Не хочу. Я отсюда тоже вынесла вот эти все картины, они меня раздражают. Вот от этого стола тоже можно было бы избавиться. Даже не знаю, в чем он может быть нам полезен и удобен, если честно. Для улицы, может, такой. Ну и то нафиг он нам нужен. Но здесь мы с вами в прошлый раз были. Так, ребят, сейчас вам покажу комнату, вообще закачайтесь. Мы убрали отсюда стол. Короче, я помыла здесь окна. Когда хотела ничего не делать, я вообще планировала ничего не делать. Эти тоже помыла. Эту хрень. Ну, сколько могла. Вот. Помыла окна. Здесь так свежо, хорошо стало. Ну, я полы здесь не мою. Я здесь просто пылесошу. Уж потом когда-нибудь буду мыть полы. Мы тут не ходим, по сути. Вот, отсюда убрали этот стол. Отдадим его соседям, тоже предложим, пусть что хотят с ним делают, если он им понадобится. Вот, и стол, короче, поставить решили сюда. Мне кажется, здесь супер вообще. Он здесь намного лучше стоит. Вот этот телевизор тоже хотим отдать. И тогда можно будет спокойно здесь ставить компьютер, работать. Единственное, что осталось здесь сделать, это повесить на петли эту шторину, потому что она совсем с петель взорвалась. Здесь тоже я помыла окно в итоге, не выдержала я. Там тоже все помыла. Вот это говно отмыла на окне. Так что красота. Уже, видите, повечерело, но я довольно-таки быстро все это сделала. Тут уже окно открыла, чтобы была свежесть. Тут такая вот подстилочка. Вот. Это кондиционер из той комнаты. Так что теперь здесь так. Мне кажется, стало уютнее намного и прикольней. Вообще обожаю дачу. Вот, я надеюсь, что когда родится малышка, мы сможем сюда прям приехать на подольше. Здесь ужасно грязная вода, как раз то, что вот окна я мыла. Вот, сейчас пойду вниз. Слава уже поставил костер, мангал. Зайка, я спустилась и поднялась, чтобы забрать манатки. Чё? Там хорошие угли, уже прям, ну, можно ставить. Кого? Картоху. Ну, 3 минуты ждет. Я спускаюсь. В общем, ребят, сейчас мы будем ужинать. Слава выпьет самогоночки. Помянем дедушку моего. Я порезала салат. Вот, там у нас пюре. И там у нас муж с шашлыком. Завтра не хочу ничего снимать, хочу просто кайфовать, наслаждаться дачным днем. Даже краситься не планирую. Вот, поэтому я пошла доделать пюре. Мне надо погреть молоко, достать эту взбалтывалку и пойду смою макияж. Я уже даже в штанишке пижамные переоделась, чтобы покушать и вообще лечь, кайфовать, смотреть кино с мужем. Потому что я постоянно что-то делаю, блин, и вот чем-то заморачиваю. Мы реально не можем здесь просто, блин, отдохнуть. Так что спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.